но развития никакого не дает. Поэтому на жаргоне это называется маленький бизнес, когда подписывают, например, врача. Врач, например, может сразу вам сделать объем 500 тысяч очков. И делать его на протяжении всей оставшейся жизни, не увеличивая. Почему? Потому что ему некогда будет заниматься обучением людей. Он сидит у себя там на приеме и просто продает продукт. Ну, грубо говоря. Вроде бы приятная вещь. Он может там на 1000, на 5, на 10, там, в зависимости от того, какой он врач, делать объем сразу. Но я этого не люблю. Мне лучше найти, я извиняюсь, ребят, у меня сразу прошу прощения, я разговариваю совершенно таким своим языком. Мне сложно будет сейчас быстро подстраиваться, чтобы быть мягким, интеллигентом, фашистом. Поэтому я разговариваю, как разговариваю, если кто-то сжается, я тебе говорю, обидеть нельзя, можно обидеться. Не переживай. Хорошо? Замечательно. Не проще найти тетку с тремя детьми без мужа, чтобы еще один зеленый был инвалид, чтобы и деваться было некуда. Может быть, она не сделает товарооборот, я не знаю, там 30 очков первые 10. Может, придет пару-тройку человек на какое-то событие. Но я уверен, что через 5 лет она будет человек в состоянии делать миллионные растущие товарообороты. Мне это гораздо интереснее. Понятно? То есть мне нужно понять, что человека движет, какие у него цели. Если врач говорит, хороший продукт я буду продавать, нехай себе продает, я продавать его не буду, но специально искать этих людей не буду. Почему? Его цели немножко расходятся с моими целями. Почему? Мои цели, опять же, если классику вам объяснять, рост денег в любом бизнесе зависит от трех вещей. Темп прихода людей. Ну, грубо говоря, у вас кафе традиционное. Сколько к вам пришло людей в день? Второй момент. То есть это количество, количество клиентов, количество приходящих людей. Второй момент. Сколько они с собой денег принесли? Заплатили они там по 10 рублей, заплатили они по 100 рублей. Понятно, да? Вот. Сумма денег, как бы, которую они собирают. И третий момент. Коэффициент повторных приходов. Сколько людей выбирает ваше кафе повторно? Вот большинство компаний в сетевом маркетинге и большинство лидеров работают по первым двум критериям. Как можно больше приводить людей и как можно серьезнее им продавать продукцию. Вот. Меня интересует третий критерий. Поэтому продавать больным людям намного проще продукт. Это очень-очень просто. Но процент из больных людей, которые становятся постоянными потребителями, очень маленький. Они вылечиваются, в их голове это вылечится. Они говорят спасибо и возвращаются к прежнему образу жизни. Потому что в их голове это было вылечиться. Это препараты, не слова такие используют. Такие люди обсуждают болезни, разговаривают про болезни и так далее, Мне лучше найти людей, которые хотят быть здоровыми. То есть это люди, которые что-то делают в меру своего невежества. Бегают, прыгают, раздельное питание, обливаются холодной водой и так далее, Их 5%, но для бизнеса вполне достаточно. То есть смотрите. По материнскому плану, не отсюда традиция бесплатно. Давайте так. Любая квалификация состоит из директоров, как из кирпичиков. Весь смысл в том, чтобы разобраться, что такое директор и как делать крепкого директора, крепкий кирпичик. Вот в чем весь смысл. Научитесь делать директора правильного ГО. Вы будете потом лепить их как пирожки. Легко и просто. Не поймете, как делается директор. Просто их как-то вот стали благодаря чему-то там. Вот, то у вас будет все равно потом колбасить и плющить все оставшееся время. И вы не будете понимать, почему. Почему люди не закрываются, почему нет роста, почему то, почему все. По маркетинг плану положено 500. То есть мы разговариваем сейчас о кирпичике и о директоре. Положено 500 очков, 500 баллов. Наша цель – привести человека к 1500 баллов. Почему? Моя цель. Я буду про себя говорить. Хорошо? Я. Потому что в этих 500 баллах есть три категории людей. Есть временные потребители. Есть постоянные потребители. И есть дистрибьютор. Дистрибьютор из группового вывода. Временные потребители тоже из группового вывода. Соответственно, у вас постоянно будет слетать групповой обмен. И вам некогда будет заниматься своими новыми директорами. Людьми, которые хотят стать директорами. Понятно? Вас даже не будет радовать рождение у вас нового директора, потому что он у вас выходит из группового объекта.
Поэтому, чтобы такого не было, мы учим человека делать 1500-2000 баллов. Это особенно приятно, когда он доходит до золотого директора. Там начинается премия. Поэтому, когда мы берем человека, дистрибьютора, мы берем, наша цель сделать директор. С тобой. С 1500-2000 объем. Вот. Чтобы в этом 1500-2000 минимум 500 очков составляли постоянно потребители. Поэтому да, мы, конечно, помогаем там людям, которые больны или там несчастные и так далее, Но радуемся и специально ищем тех, которые хотят быть здоровыми. Не те, которые хотят лечиться. Еще раз, как они отличаются? Те, которые хотят лечиться, разговаривают болезнями. Они про них говорят. Для некоторых это даже форма существования. Подпитка такая определенная. Привлечение к себе внимания там, и так далее, Поезд пройдет. Сползают все равно на диагнозы, на программки, дайте нам программку от попочки, дайте нам программку от головы, от ушков, от ручек и так далее, Вот. Поэтому мы работаем концепцией, не программами, а концепцией. Концепция позволяет нам очень легко, например, относиться к тому, что, грубо говоря, там нет каких-то там наименований продуктов там, и так далее, Нас это не сильно волнует. Второе, мы никогда не мучаемся тем, какая проблема у человека. У нас всегда стандартное начало. Алкоголь не перейдет голова. Как мы хотели, чего-нибудь. Нас диагноз не интересует. Мы даже в эту игру не вступаем. Любой человек с любым диагнозом начинает алкоголь не перейдет голова. Потому что алкоголь, микрогидрин, это минимально, что сделает воду. Мы называем это нормализацией водной среды. Дима знает нашу концепцию здоровья, Оля, по-моему, тоже. Да, распечатан у нас. Вот. Если хотите, как вы можете там узнать и так далее, Мы ей поэтому и работаем. Мы не работаем книжками, где есть программы, мы не работаем диагностиками. Не потому, что они плохие, а потому что когда приводишь человека на диагностик, он начинает верить врачу, а не мне. И начинает пить продукты, которые не врач говорит, а не те, которые я ему говорю. Я для него теперь уже никто, авторитета не имею. То есть с помощью диагностики легко продать. Это постоянно потребители тяжело. А нам не нужно продавать много, нам нужно постоянно потребить. Почему? Я вам объяснял. Потому что мы получаем процент товарооборота за месяц. Я продать могу все, что угодно, кому угодно, по поступку времени. Будет ли он в следующем месяце покупать? Будет ли он в третьем месяце покупать, в четвертом месяце покупать, в пятом месяце покупать? Для нас и с точки зрения денег, и с точки зрения этики важно, чтобы он кушал всю оставшуюся жизнь. Потому что самый крутой результат он будет получать через третий, через четвертый год. Обновление клеток. Угу. Потому что это стабильный товарооборот, это деньги. Поэтому мы многие методы, которые распространены в каравом клубе, не используем. Они у нас плохо работают в регионах. Потому что мы всегда расширяемся. Мы всегда развиваемся. Поехал кто-то из наших лидеров в какой-то город, если он умеет работать только диагностикой, не факт, что в этом городе хорошая диагностика, хорошая врачная диагностика. Вообще эта диагностика есть. Поэтому у нас мы ей не работаем. Мы не работаем через врачей там, и так далее, Почему? Что, врача с собой возить, что ли, везде в регионе? А мы всегда заряжены на работу в регионах. Дима вам потом переведет, что вам нужно, что вам не нужно, что касается, что не касается. Теперь, соответственно, у нас есть алгоритм. Там первый навык, ну всего навыков два в сетевом маркетинге, они все разбиты там по детально по всему прочему. Нам нужно отработать первый навык, делая. Он вводит нам людей, мы показываем, что мы делаем, и по большому счету тренируем его, говорим, делай то же самое, начинай делать то же самое. Причем делаем это вместе с ним. Первая часть это составление списка. Это навык, это надо садиться с человеком и его делать. Это не сказать составь список. Это мы садимся и делаем вместе с человеком список. Вот. В первый же вечер мы садимся и это делаем. В этом списке несколько категорий. А, Б и С. Категория А – это потенциальные дистрибьюторы. Туда попадают предприниматели и бизнесмены. Предприниматель, чем отличается от бизнесмена? В общем-то, это два слова одного и того же, но мы специально разнесли два понятия. Если вы помните квадрат денежного потока, там есть С и Б. Ну, собственное дело, да, и бизнес. Бизнес – это когда вы организуете работу других людей. С это когда вы сами работаете на себя. А бизнесмен это человек, который организовал работу других людей. Понятно, что это? Вот предприниматель тот, который С работает на себя, бизнесмен тот, который организовал работу других людей. Вот это наша излюбленная категория потенциальных дистрибьюторов. И спит.
сетевиков мы подписываем не на компанию, не на маркетинг. Либо на себя, либо на продукт. Ну, вот. Не на компанию, не на маркетинг. Мы не рассказываем маркетинг, лбами не рассказываем, что мы лучше и так далее. Вот. Нет, это можно, мы раньше так работали, но для того, чтобы вам объяснить человеку, что он не прав, вам нужно, чтобы он согласился, что он дурак. Понятно. Вот. Может быть, и в своей компании он после этого работать не будет, но к вам он тоже не побежит радостно. Потому что вы ему подвели к тому, что он был дураком. Неправильно сделал выбор, там не ошибался, ну и так далее, и так далее. Поэтому мы там не бьемся головой. Вот. Категория Б – это близкие ваши люди. Их у нас мы на открытую встречу, на домашней кружке. И категория С – все остальные. Их раздаем пакеты информационные, у нас называются номер один, который попадут. Это незнакомые, да? Нет, почему это знакомые? Просто ты не знаешь как бы, их отношения. Они именно знакомые, не близкие, а просто люди знакомые. Близкие ты хорошо знаешь, они тебя хорошо знают, ты их можешь пригласить домой. Они к тебе придут, можно провести открытую встречу, открытый, ну, грубо говоря, домашний кружок. Вот. А людей, которые ты не знаешь, например, ну как-то твой знакомый парикмахер, он может не прийти к тебе там, домой. Зато ты ему можешь дать информационный пакет. Вот, соответственно, второй навык, это как дать, как забрать. И как взять рекомендацию? Как дать пакет? Что говорить надо? Что говорить надо? Как забрать? Что говорить надо? И как брать рекомендации, если человек говорит нет? У нас нет работы с возражениями. Мы ему не доказываем, не убеждаем. Мы работаем отбором. Почему отбором? Потому что нам нужны люди не те, кому мы можем продать, не те, кого мы можем подписать, а те, которые хотят этот продукт и хотят заниматься этим как деятельностью. Понятно? Это мы работаем отбором. А не... Как там так вот на него с ним такое сделать, чтобы он захотел. И уже он купил. Поэтому мы даем, когда забираем, ну человек спрашиваем, хотел бы дать больше? Прочитал, посмотрел, хотел бы дать больше? Нет. Ну, среди твоих знакомых есть люди, которым эта информация была бы интересна. Например. И перечисляем опять все то же самое, да? Которые бегают, фитнесом занимаются, на жопный зал ходят, обливаниями, йогами, раздельным питанием. Чистками, кушаю БАДы, может. Нет, всего доброго. Угу. А если говорит есть, то просто список составить, да, чтобы он составил? Нет, зачем, мы говорим, давай. Прямо на месте, да? Ну, он не будет тратить свое время, чтобы сидеть и составлять этот список. Вот, он не потребитель, да. То есть прямо в этот же момент, да, записываем? Да, я говорю, давай, я могу даже не ссылаться на тебя, на самом деле. Давай мне деньги, я запишу, и я могу даже не ссылаться на тебя. Когда спрашивают, как он может. Иди нормально, я говорю, попросили не говорить. Я звоню, я говорю, такой-то, да. Мне вас рекомендовали как человек, который занимается своим здоровьем. Который занимается там, конкретно, там, допустим, обливанием, там, разжеванием и так далее. Это так? Я говорю, да, так. У меня есть для вас интересная информация. Вот, и все. Если ты нормально разговариваешь, с правильным состоянием, что ты собираешься человеку что-то дать, а не собираешься его подписать, то тебе таких вопросов не задают. В принципе, если ему интересно будет здоровье, он даже не будет спрашивать. Он, если ты про правильное отношение, говорю, еще раз говорю, это вот когда он чувствует, что ты собираешься его поиметь, он тебя спросит. Кто тебе порекомендовал, а что за информация и так далее, и так далее. А когда ты с внутренним состоянием шлючек дойдешь, он спрашивает, говорит, да, конечно. Я говорю, там на час времени вам посмотреть, у вас есть дома там DVD, CD, чтобы посмотреть, да, и нету книжки. Я говорю, это час времени вам просмотреть, почитать. Очень интересная информация. Я ему дал, поскольку я знаю, что я у него просто заберу, если он не хочет, я точно так же возьму рекомендацию, либо отпущу, меня никак не напрягает. Вот. Но это нужно с новым человеком отрабатывать вместе. То есть мы вместе с ним ходим, даем пакеты, вместе с ним забираем пакеты, вместе с ним берем рекомендацию, он делает вместе с нами. Все нужно делать вместе с человеком. Можно по ходу вопрос? Вот, ребята сидят, которые из Москвы, и у них приобретают старые. Как ты их видишь? Ребята, ну ничего страшного. На самом деле, если сильное желание. Пожелание такое. Ну нормально же, я раздавал. Ребят, все, что это самое, как оно называется, все, что вас не ломает, делает вас сильнее. Если ломает, значит поломались. Ничего страшного. Не дано.
Ребятки, на самом деле, как бы, вы молодые практически все здесь большинство. У вас как бы вы думаете, что много разных вариантов есть деятельности. Вариантов деятельности есть огромное количество. А вот куда они ведут, есть лишь три направления. Вы можете заниматься работой, неважно какой, и она вас всегда приведет. Можете найти людей, которые работают. Даже те, у которых крутая карьера и которые зарабатывают сейчас много денег. Они потом все равно выходят на пенсию. Пенсия всегда меньше, чем то, что они зарабатывают. Даже если это частная пенсия, она всегда меньше. Вот. А деньги в старости нужно больше гораздо, чем сейчас вам. Это я вам точно абсолютно говорю. Вы можете спросить старшее поколение. Вам кажется, что типа там старикам много не надо. В принципе, много и не надо. Но денег для того, чтобы поддерживать свое существование, нужно намного больше, чем молодежь. Молодежь легко обходится без этого, без этого, без этого. На одном пиве может жить сколько хочешь. А это поколение на пиве не проживет. На водку тоже. И на водке тем более не проживет. Вот. Вы можете заниматься традиционным бизнесом, но в этом случае у вас будет браться кролик и режим работы достаточно серьезный. Традиционный бизнес легко поставить, намного легче, чем сетевой. Но его очень тяжело развивать. То есть вы можете выйти на какой-то уровень, но вы поймите, если вы на нем остановитесь, как это жизнь удалась, то рано или поздно либо вы продадите этот бизнес, либо у вас его купят. Потому что все стоять на месте не можно. Свойство живой природы развиваться. Если вы захотите развиваться, вы будете работать все больше и больше и больше. Когда я занимался бизнесом, я работал по 12, в среднем по 12 часов в день, без выходных и без воскресенья. В смысле, и без отпусков. Сетевым занимаетесь, вот, да, качество. Лучше тебя о нем не знать, он тебя будет демотивировать. Поэтому я очень редко езжу с новичками. Я стою, как на тренинге сказали, когда я закончил спать. Вот. Так. Мне достаточно просто с моим опытом, мне достаточно, допустим, там, чтобы набрать, ну, грубо говоря, сделать там порядка 120 контактов, мне достаточно 2-3 часа времени. Ты за это кандидатство у нас контактами? Нет, контакты просто познакомиться, допустим. Просто познакомиться, точнее, из контактов я познакомлюсь, ну, где-то, наверное, с 30-40 людьми за это время. Познакомлюсь. То есть у меня будут их контакты, да. Потом я позвоню им, назначу встречу, принесу им информационный пакет. То есть я никогда не подписываю людей на улице, я знакомлюсь. Потому что я работаю, у меня нет деления холодные люди, горячие люди, для меня это непонятная вещь. Я работаю со знакомыми людьми. С незнакомыми людьми я знакомлюсь, все. Пока он не стал знакомым, я с ним не работаю. Потому что еще с традиционного бизнеса есть очень хорошее правило. Не важно, что тебе предлагают, важно кто. Поэтому, если ты подошел ко мне на улице и рассказал: Леша, супер, просто, вещь, вообще просто. С этого начинаются все разводки, между прочим. У меня просто традиционный опыт. С этого начинаются все разводки. Тебя разводят на жадность. И схема идеальная, классная, стопроцентная. На этом все разводки так строятся. Но если ты не знаешь этого человека, нефиг, не важно, что тебе он предлагает. Хоть миллион, хоть 100 миллионов, хоть миллиард. Нельзя иметь дело с человеком, потому что ты, знаешь, мужик. В любом случае нельзя. Даже если ты заработаешь какие-то деньги, первые тебе дадут заработать. На этом же тоже так все разводки строятся. Ну, твои жадности. Дали первые заработки, вторые заработки дали, третьи заработки дали. Потом все собрали. Римна уже рассказывали какие-то сети. Ну, понятно, они простые бытовые разводки, и такие же в бизнесе разводки. Схема их одна и та же. Поэтому для меня абсолютно не важно, кто предлагает. Важно, кто предлагает. Пока человек не познакомился. Точно так же и я отношусь к людям. Пока мы с ним не познакомились, я не могу им ничего предложить. Сначала должны познакомиться. Потому что некоторым людям, с кем я познакомился, я даже не буду давать информацию о возможности. То есть в бизнесе только подумать? Если я работаю в чужом регионе, я не ищу потребителей, черт возьми, их не на кого оставлять будет. Я ищу людей, которые хотели бы заниматься этим как деятельностью. А потом их уже учу работать с потребителями. Угу. Тогда с потребителями можно как угодно, но это его потребитель, это его знакомый. Они его доверяют, они его знают. Вот. Из этих, собственно говоря, 30-40 знакомых, ну, где-то, наверное, получается от 1-2 до где-то 5-6
людей, которым это интересно. Вы просто ходите на улицу, занимаетесь своими делами и заодно конкурируете с людьми, да? Да. Да, уявляем, знакомимся в кафе, везде. Стараемся, чтобы это были стационарные или не стационарно находящиеся люди. Вот, там продавцы, там, не знаю, служащие там и так далее. Но вообще не влезгуем мы в разно шатающиеся публики. А что, это очень классно на самом деле, что у нас знакомых навалом, просто уже в разных городах, там везде, и в общем-то так и знакомились. Вот. Ну, это навык, опять же, говорит, это нужно отработать. Это не совсем мы учим людей, это делать, когда мы их учим делать. Нам нужно научить их список составлять, вместе с ними составлять список. Нам нужно научить их, как сдавать пакет, как забирать пакет, как брать рекомендации. Потом нам нужно учить их рассказывать концепцию здоровья, проводить открытые встречи, открытые книги. Соответственно, третья часть, как говорится, да, уже. Соответственно, нужно, чтобы он умел рассказывать личную историю по здоровью. То есть, имел и умел ставить цели по здоровью. И умел это рассказывать. Умел. То есть это не школы, мы не работаем в школе, мы не любим школу. Потому что мы не любим знания, мы любим навыки. Знания мы не любим. Знания отнимают энергию. Чем человек больше знает, тем меньше он делает. Все, что вы создаете не от того, что вы это знаете, а на вдохновение. Понятно, о чем я речь? Да. Наше наблюдение за жизнью показало, что все великое создается, спасибо большое, не на знании, а на вдохновении. Все великое создается на отрицании предыдущих знаний. А все, что человек знает все больше и больше и больше и больше, у него энергетики все меньше, меньше и меньше. Он всего больше и больше боится. То есть эти программы практически не нужно знать, не нужно читать. Я их не знаю, если честно. Я тоже. Паша, ой, Миша, вот. Я тоже не знаю. Нам, соответственно, нужно научиться человеку, чтобы он знал, как давать второй информационный пакет, как задавать квалификационные вопросы. Например, потребитель, он спрашивает. То есть мы этого человека учим, я учу этого человека работать через продукт. Чтобы потребитель мог спросить, например, у нас в компании есть три возможности. Пользоваться продукцией не из семейного бюджета, вот, заниматься этим как дополнительным заработком, заниматься этим серьезно, вот как мы этим занимаемся. Что-нибудь из этого вас интересует? Замечательный потребитель. Остается замечательный потребитель. Потребителя трогать нельзя, это святая корова. Корова, святая корова нашего бизнеса. Но если человек говорит, да, меня это интересует, что его интересует? Продукт не семейного бюджета, ну, когда, грубо говоря, 5 звезд. Подвести его 5 звезд. Вот. Заработок небольшой, потому что он еще пока не есть большой. И те, которые собираются серьезно заниматься, это самые ценные для нас люди. Соответственно, нужно очень быстро привести вас по ночью такой. Первый месяц $300, это как раз директор с 1500 группового. Второй месяц $550. Третий месяц по изумруд. Больше изумруда с запасом и под бриллиантом. Под $700 человек. На четвертом месяце $1000. В принципе, здесь есть такой заяц, мы сделали с ним. Но только первая линия здесь. Первый месяц 300, на второй 550 золотой скрин. Вот. Он получил, правда, эти деньги не на второй месяц, а на третий, потому что оформление льготы пошло. Но это люди, которые потребители, то есть не люди, которые покупали много продуктов. Мы всегда смотрим, чтобы это был... Почему? А нам, я еще раз повторяю, нам нужно, чтобы товарооборот был стабильным. Мы получаем процент с товарооборота за месяц. Не вот за этот месяц и на всю оставшуюся жизнь. Так бы мы вам сколько угодно наблюдения еще. Но мотивировали бы, народ позакупался бы. Это был бы товарооборот в этом месяце. В следующем чулап сосать. Поэтому всегда делаем этих людей с потребителями, с алкоманиями, дрином и половодом. Можете посчитать. В принципе, по очкам это получается совершенно нормально. 10 семей, которые решили почиститься. Два метакедрина, две коловады, один алкоман, потому что один дисконт. 150 очков. 10 семей, которые решили почиститься. С двух открытых встреч это элементарно делать, если владеть навыком. И, соответственно, у нас люди так и записаны. Первые циферки, например, там уровень. То есть мы когда схему рисуем человеку, у нас напротив каждого человека есть цель. Самая главная характеристика, чего он хочет. Какого уровня он хочет добиться. Потому что кого-то можно демотивировать, а кого-то можно не домотивировать. Нужны конкретные ваши цели. Пока я их не знаю, я не буду ничего с каждым из вас делать.
Вот. Потом стоит буковка N, уровень навыка. Стоит 1, 2, 3, то есть он владеет 1, 2, 3, 4, 5 не владеет. Значит, надо обучать. Потом стоит самый важный для нас параметр уровня энергетики. Человек должен становиться более эмоциональным, более энергичным, если он собирается развиваться и работать с людьми. Он может сейчас быть каким угодно. Неуверенным, там, не мекать, но он должен обрабатывать командирский голос. И, как бы сказать, командирский навык. Иначе его слушать никто не будет. Ну, слушать будут, слышать не будут. Ясно, о чем ты говоришь? Mm-hmm. Ясно. Вот. И отношение к бизнесу. Насколько серьезное отношение к бизнесу. Это меряется очень простыми вещами, двумя простыми вещами. Самая первая простая вещь, если человек на событии, это наш человек. Если он не на событии, мы с ним даже не работаем. У нас святыми являются три события компании и два события наших директорств. Два события в год, директорств наших. Кто попадает в директорат. Вот. Дима про них знает, вот Оля тоже. Если человек не квалифицируется на, или не собирается, или не квалифицируется на директорское событие, мы с ним не работаем. Смысла никакого. Тратить на него свое время. Лучше найти другого. Потому что у нас нет понятия «не хочу». В смысле «не могу». У меня не получается. Что у тебя не получается? Что у тебя не получается? Люди не приходят. Я говорю, телефон давай. Давай телефон. Открывай его записную книжку в телефоне. Говорит, это кто? Позвони. Вот. Если он на расстоянии мне, я ему звоню, говорю, ты собираешься, не собираешься? Он говорит, ну вот, у меня там не получается, то, все, 30-е. Я говорю, приезжай, у меня есть ответ на твои вопросы. Я знаю, как решить твои проблемы. Он приезжает, все то же самое, звонит, приходит, он охренеет с этого повода, почему-то, что он организовал открытую встречу. У нас вот здесь соревнования были между ребятами, как бы, минимум 5 дисконтов в день. Планку поставили себе, минимум 5 дисконтов в день. Они так проработали, весело совершенно и задорно. 5 дисконтов это крайне неприятный коммунар. Можете посмотреть этот дневной оборот. И когда человек, у которого вроде люди не приходили, он пришел, он начинает с нами разговаривать, он просто не разговаривает дома. С нами пришел, ему деваться некуда, он начинает говорить. Начинает говорить, люди приходят, это его знакомые. Мы провели с нашей уверенностью, с нашим пониманием. Люди приобрели. А у крайне рынковато это всегда будет работать. И там, разумеется, они получат замечательные результаты. Правильно? Правильно. Потому что мы еще за ними присмотрим. И так далее. То есть это всегда 100% результат. В 2 недели он нормализует водную среду, там начинаем чистку кишечника. Коловада, вы знаете, там всегда видно результат. Визуальным образом. В туалете. Там четко видно, что работает. Что не зря деньги заплачивают. Вот. И то есть первая самая простая реакция это событие. Я говорю, проще, говорю, надо найти просто другого человека. Зачем мне на это тратить время? Если он не планирует быть на директорском событии. Я хочу развиваться. Мы смотрим на то, первое, на что он говорит, но реально смотрим на то, что он делает. Хочешь развиваться, да, замечательно. Значит, тебе нужно быть на директорском событии. Тебе нужно быть, вот сейчас, допустим, мы работаем на, у нас закончился промоушен на сентябрь. Вот, если человек, то есть остался последний месяц подтвердить, но если человек хочет открыть, он уже не успевает на сентябрь. Соответственно, мы сейчас вот с этими людьми, которые приходят к нам, сейчас дистрибьюторы, мы работаем на золотых до золотых март, до конца октября золотых. Вот. И, в принципе, мы говорим, можно уже начинать готовиться к январю. Потому что промоушен на январь будет август, сентябрь, сентябрь, октябрь. Либо эти 2 месяца, либо эти 2 месяца, либо эти. Вот. У нас всегда есть под что работать, под события. Если человек выпадает из работы на события, для нас это не человек, который собирается развиваться. Он может говорить все, что угодно, хотеть, но его поступки говорят другому. Угу. Поэтому мы с ним не возвращаемся. И у нас нет еще раз говорю. Вот он говорит, у меня не получается, что не получается. Мы делаем еще раз вместе. Вот диски раздал и
Не могу собрать. Пошли соберем. Мне не дают рекомендации. Пошли возьмем. Все дают. Все собирается. Ну вот. Четвертый навык — это проведение рандеву. Вот, как дать второй пакет, я говорил, квалификационный вопрос, как провести рандеву по бизнесу уже встречу, да? Понимание там, у нас называется закон рандеву, как потом работать, собственно говоря, быстрее. Вот. И пятый навык — это промоушен, если говорить сетевым языком. Но поскольку люди не сильно понимают значение слова промоушен, в словаре с английского это продвижение. Но это не совсем продвижение. Самое близкое слово по смыслу – это преимущество. В чем преимущество? Наставник, то есть промоушен делать. Наставник умеет делать. В чем преимущество наставника? Для вас, для другого человека. Вы должны уметь это говорить. В чем преимущество продукта? Уметь это говорить. В чем преимущество компании? В чем преимущество маркетинга? В чем преимущество событий? Все это надо уметь говорить. Вот эти пять навыков позволяют делать директора, ну, если вы ими как навыком овладели, легко и просто, позволяют быстро делать директора. В принципе, золотого можно делать, я не знаю, за пару недель. Если все директоры. Да. Ну, имеется в виду директор или три директора. А золотый не будет, он будет льготником с тремя льготниками. Вот. Но это можно делать, в принципе. Это не сложно. Это вопрос. Что в твоей голове и уровень навыков твоих. Если у тебя нет наставника, отрабатывай сам. Ты просто дольше будешь это отрабатывать. Но я вам сказал, что надо отрабатывать. Надо уметь говорить это четко и ясно. Сначала вы сделаете одного директора. Потом сделаете второго директора. Потом сделаете третьего директора. И вы станете профессионалами, поделаете кирпич. И для вас все, когда вы научитесь делать директора, для вас любая квалификация не проблема. И если у вас нет наставника, вам железобетонно дадут на события. Железобетонно. Событие, ребята, оно делает даже не обучение. Событие делает совершенно другими ваш уровень самооценки. Это самое главное. Вы никогда ее не ощущаете. Так как вы не видите, когда вы растете там и так далее, и так далее. Со стороны это можно увидеть очень хорошо. Не ощущаете этих вещей. Причем это происходит медленно. Я могу вам сказать, что мне нужно 6 месяцев работать с человеком индивидуально, чтобы поднять ему самооценку до такого же уровня, которая поднимется за 2-3 дня вот на таком событии. Поэтому говорю, надо работать умнее, а не больше. Мне нужно притащить сюда всех людей, которые хотят развиваться. Если они сюда не притащились, значит, не те люди, которые хотят развиваться. Я их из головы стер. У меня их нет в голове. Если они ко мне обратятся, я им отвечу. Но я их в голове не держу. Я не беспокоюсь. Я не задаю вопросов, как многие из вас. Что с ним делать? Вот человек хочет, но нифига не делает. Вот у меня таких вопросов не возникает. Для меня, если он не делает, он не хочет. То есть в любой профессии отсчет идет не от момента подписания контракта, а от момента, когда вы навыки освоили. Поэтому вы берете себе время на освоение навыков. Если вы их отточите, эти навыки, они простые, ребята. Я вам еще раз говорю, неважно, умеет человек разговаривать, не умеет, сколько ему лет, и так далее, и так далее, и так далее. Он просто умеет это делать. Он умеет рассказывать концепцию здоровья. Он умеет, знает, что сказать. И делает это много-много раз. Делал. И, соответственно, у него все это происходит. В этом, в принципе, очень простая ситуация с развитием. Вот. Поскольку вы сидите все на базе в Перми, мало кто из вас ездит, вы работать по логике вещей должны были бы через продукт. Но если вы хотите быстрого развития, то работая через продукт, вам нужно точно так же быстро искать из потребителей дистрибьюторов. Кто из них хотел бы этим заниматься как деятелем? Кто из них хотел бы, например, вы смотрите там, берете эту схему, рисуете, смотрите, у вас есть звездочки. То есть люди, которые часто и долго пользуются продуктом. Что трудно с ними, кстати, спросить, ты хочешь продукцию не из семейного бюджета? Поговорите с людьми, а ты хотел, у нас вот есть такая возможность еще заработок иметь там, или заниматься этим как деятельностью? Нет, молодец, все. Но всегда можно найти людей, которые хотят это делать. Соответственно, мы садимся и говорим, давай, мы это сделаем вместе. И вместе с ним звонить и отдавать бизнес, да? Да, что же сложно. Он записывает спич.
ты ему показываешь один звонок, говоришь, а теперь сам смотри в бумажку, потому что твоя задача не пригласить и подписать. Твоя задача просто научиться это произносить. Легко и просто. Ты должен потратить время на обучение. Поэтому сейчас не думай о том, что тебе нужно человека притащить, пригласить или не знаю, чего угодно. Просто текст. Мы можем с тобой поиграть в игру интерактивную. Ты мне звонишь, я тебе звоню, чтобы ты наговорился. Наговорился и говорил легко. Ты можешь смотреть бумажку, у нас некоторые приходят там давать пакеты, забирать пакеты с листочками такими. Ничего страшного. Чего там такого? Ничего там такого. Он посмотрел, да. Несут полный фиг. Самая проблема вот у нас это по народу. Это забирать пакеты, это самая большая проблема. Больше всего ошибок делается там. Им дать не проблема, забрать проблему. Они такую хрень начинают нести. Мамочка моя. Я говорю, слушай, это где было записано? В каком фильме ты это увидел? И пока у него не будет вот этой рельсы в голове, что ну, отработанный спич до автоматизма. Мы людей до автоматизма обучаем, понимаешь, вот именно алкалоидный дрин коловада. Человек начинает говорить там коловада, и этот метрогидрин, алкамай, мы говорим, ты не понял. Алкамай, дрин, коловада. Он говорит, а я что сказал? А ты сказал по-другому. Алкамай, дрин, коловада. Абсолютно однообразие, простая, четкая вещь. Потому что это рельсы в голове. Ребят, навык. Вот вы долго на велосипеде не ездили, вы долго на лыжах не ездили, там долго не летали, не знаю, что вы долго. Сложные вещи с навыком, с физическим, со временем разрушаются. Я вам сейчас физиологию объяснять не буду. Но точно такие же навыки интеллектуальные, точно такие же навыки духовные. Это все работа нейронов, грубо говоря. И если вы не будете регулярно делать, навык не будет сохраняться и не будет формироваться. Поэтому я еще раз говорю, мы знания не ценим, мы школами не работаем. Школы мы воспринимаем так, когда большой кагал дистрибьюторов, из которых большинство никогда не делают. Есть дистрибьюторы как бы на 100% отношения к бизнесу, я вернусь к этому. Есть дистрибьюторы, которые даже все научились, но не делают. Есть дистрибьюторы, которые делают от случая к случаю, есть, которые на 100% делают. Вот. Вот чтобы те не разбежались, которые ни хрена не делают, но почему-то не уходят. И те, которые делают от случая к случаю, тоже почему-то не уходят. Вот для них мы делаем мероприятие. Для 100% мероприятие не нужно. Он с нами работает, отрабатывает все эти навыки. Ну зачем школу читать? А эти зайцы, которые никогда не делают, обожают учиться. Они обожают учиться, начинают там записывать всякую фигню там. И потом записали и уже ничего не делают. То есть это для них работа такая. Коровым путь. Вот. И на события не ездят. Вот для них мы организуем школы там и все прочее без этого. Но мы понимаем, что это так. Для нас, для развития нам нужны директорские наши квалификационные мероприятия и события компании. Да, ну, бывают люди, которые делают долго директора. Но если мы видим, что он где учится, пускай он делает его через 3 месяца, через 4 месяца. Но если мы видим, что он старается, ради Бога, мы с ним работаем. Но человек, который хочет на самом деле, ну, у него нет оправданий под свое желание. Мы четко понимаем возможности сетевого маркетинга. Возьмите, говорю, Сашка стал мастером по торингу в 24 года. В 26 золотой мастер. Это человек больше 10 тысяч долларов. В принципе, 26 лет. Побейте его рекорд. Его рекорд побил семейная пара, была Дудик, Виталий и Алена. Да. Вот. Поскольку времени было мало, там, поэтому мы там все посокращали, к чертовой матери, но в принципе, ей, она стала мастером, ей было 23 года. Вот они на юношеском задоре. Виталий колбасил со страшной силой, когда он рассказывал. Он говорит, можно, Алексей, можно я вообще ничего говорить не буду? Я умею паяльником работать, он электротехником, он не работает. Он говорит, паяльником умею, говорить не умею. Мама у них серебряный мастер. Тоже как бы спонсор ему, она его привела. Вот, потому что он жил, он говорит, на самом деле на телевидении говорит, все говорят друг другу приятные слова в лицо и за спиной говорит, абсолютно дерьмо. Все друг друга кидают, обманывают, подставляют и так далее, и так далее. Он говорит, я вот в этой среде, говорит, наработался вот выше крыши. Поэтому, ну, как бы так стал говорить, у меня для окружения не такие, я хочу, чтобы у меня другие люди окружали. Я поэтому сетевого маркетинга. Ну, в принципе, вот они это сделали на южном задоре. Они мало чего понимают сетевого маркетинга, но им очень сильно это надо.
Они нашли друг друга в сети. Спасибо большое. Они нашли друг друга в сети и поженились. Вот. И совершенно замечательные ребята. Он раньше музыкой только занимался. Он говорит, для меня события, как бы, он говорит, я рос на этом. Я делал то, что мне как бы было понятно. Музыка, типа, тем разом занимался. Но поскольку сидел на событиях, на него это влияло. Он говорит, это влияло. Я помню его год назад в Тропинкане. Как он вырос молниеносно. Да? Спасибо большое. Как у нас со временем? Ну да. Я думаю, что это... Давайте... Сейчас, секундочку, я закончу сейчас. По поводу бизнеса. Событием отбираются люди, и еще отбираются умением разделять срочное и важное. Важное – то, что служит вашим мечтам. Срочное – то, что вам приходится делать, исходя из обстоятельств. Кушать, писать, какать, спать, стираться там и так далее, и так далее. Если вы не будете в течение дня делать что-то, что является важным, а важно то, что служит вашим мечтам, хрен вы тогда свои мечты реализуете. То есть каждый день на помаленьку надо. Вы будете делать, вас всегда будет занимать полностью срочное дело, которые никак не влияют на ваше приближение вас к вашим мечтам. И если вы в своей голове не научитесь это разделять, мы это все в процентах выражаем. Энергия в процентах, отношение к бизнесу в процентах. То есть человек, который не умеет в голове разделять, он говорит, Алексей, мне надо вот это. Алексей, вот я почему-то не. Я вот это делал. Я говорю, это какое отношение к твоим мечтам имеет? Никакого но понимаешь? То есть понятно, что у человека нет четко расставленных приоритетов в голове. Что чему служит? Вы всегда будете делать какие-то вещи, исходя из обстоятельств. Они у вас всегда будут. Если вы не научитесь делать важное, вы никогда не получите реализацию своих желаний. Здесь все очень просто. 95% людей функционируют, исходя из обстоятельств. 5% людей функционируют из того, что они хотят, и делают сейчас что-то, что их приводит к этому в будущем. Если вы этого не делаете, ребят, да учитесь, сколько хотите, имейте каких угодно родителей, или сами имейте, там, мозги, не знаю, душу, все что остальное, вы к своей мечте не приблизитесь. Деньги – это не цель. И коралл не цель, это инструмент. И здоровье, в принципе, не цель, это инструмент. Ну и счастье от того, что вы здоровы. Деньги вы что, сможете или не смотреть? Значит, вы какую-то жизнь будете вести определенную. Что это за жизнь? Какими вы при этом будете становиться? Деньги нельзя носить в качестве цели. То есть мечта – это что-то такое эмоциональное. Это отвечает на вопрос «зачем?». Цель – это на вопрос «что?», «когда?», «сколько?». Это инструмент планирования. Она не имеет энергетики. Мечта имеет энергию. А цель – это инструмент планирования. Посчитать в обратную сторону. Мы вот чертим, даже начиная с рандеву. Схему событий. Полностью на год, на полтора. Сейчас вот со мной разговаривала там Петровна Работуева. Она говорит, Алексей, мог бы ты там приехать когда-то, тогда-то? Я говорю, я гляну план. Она говорит, так это еще в октябре будет. Странная женщина. У меня расписано уже полтора года вперед. Абсолютно. Что я должен сделать под события и так далее. План минимум то, что я железобетонно сделаю, план максимум то, к чему я стремлюсь. И все события, я же их знаю, знаю. Я знаю, когда события компании будут, я знаю, когда наши директорские будут. У меня поэтому все расписано. Сколько людей, какие квалификации там и так далее, и так далее. Просто не люблю об этом говорить людям, они говорят, Алексей, а как я сделаю что-то, или как ты будешь делать это? Я говорю, ну как бы я говорю, ребят, когда сделаю, тогда сделаю. У меня четкие планы есть. Но двигаюсь я на энергии, на моей мечте, на той жизни, которой я хочу жить. И все эти квалификации – это просто инструменты планирования. Деньги, чеки – это инструменты планирования. И я вам говорю, вы можете еще долго прыгать и бегать и думать в своей голове, о чем хотите. Лента крутится, фильм снимается. У некоторых уже 2/3 ленты открутилось, у некоторых 1/3 ленты открутилось. И какой фильм вы снимаете, поскольку сценария у вас пока нету. Не чувствуется сценария, честно говоря, написанного. Поэтому у вас немножко мелодрама, немножко фильм ужасов, немножко кинокомедия, немножко боевичок, немножко порнушки там и так далее. Какой будет вторая часть фильма? Если вы сценарий не напишете, она будет точно такая же смешная. Кого-то она будет веселить, кого-то она будет делать грустным.
Вы сценарий напишите, какой вы хотите видеть свою жизнь. Просто лента с фильма крутится, братцы. Мы здесь сидим, а она крутится. Мы же не Дунканом Аквалом. Поэтому бегать и прыгать, и заниматься там какими-то вещами может только угодно. Если вы не определились с мечтой со своей, то есть какой жизнью вы хотите жить, то вы проживете жизнь вон, большинства, как живет большинство. Вот если вот вы молодые, возьмите, я не знаю, там, вот старшее поколение, посмотрите. Оно когда было как вы, оно не хотело, извиняюсь, так закончить, как сейчас они имеют. Почему они решили заняться коралловым клубом. Когда они были такие, как вы, они точно так же думали. Как и вы сейчас думаете. Что меня чаша сия минует. Я всегда буду молодой, бегающий, прыгающий, все будет хорошо. У нас не было возможности. Неправда ваша. Возможности есть всегда. Вот. Да, мы на этом поводу спорить не будем. Я о другом хочу сказать. Вот. Никогда не ищите оправданий. Либо есть результат в жизни, если его нету, все, что есть, это оправдание. Они вам зачем? Неважно, какие они. У нас не было того, того, того. Вам прошлое зачем нужно? Прошлое нужно для того, чтобы вы сделали выводы и построили свое будущее. Потому что прошлое вы изменить уже не можете. А если вы его в качестве дубинки воспринимаете, или потерянного просто времени, оно и будет потерянное время. Если вы будете воспринимать свое прошлое как то, что тот жизненный опыт, который вы получили, вы и сейчас сделаете за отведенное вам время природой больше, чем многие из молодежи сейчасшних, не разобравшись в своей жизни толком. Возраст определяется не годами, а отношением к жизни. Так же, как и зрелость. Это понимание того, что любые свои поступки имеют следственные причины. Ну, грубо говоря, за все приходится платить. В той или иной степени. И деньги, так сказать, это самая простая плата. Вот. А все остальное обходится гораздо дороже. Поэтому, как бы, ставьте себе, не знаю, цели, чтобы они вас самих возбуждали. Возьмите какие-то мечты, я не знаю, там, чтобы они вас возбудили. Что за, я не знаю, там, вот ребята, опять же, кто у меня там? А, кстати, дудики. Виталий ко мне в свое время сказал, говорит, я хочу стать самым молодым мастером. Но у него не получилось, у Аленки получилось. Я говорю, ну поставьте теперь цель платиновому самому молодым стать. Он говорит, точно. Я говорю, тебя возбуждает, он говорит, точно. Я говорю, а что там такого? Он говорит, ну, во-первых, себе доказать, а во-вторых, там, зайца многим нос утерит. Я говорю, хорошая, значит, отслушаю. У меня тоже вначале было отомстить. Ищи такие были. Показать им, что они были неправы в отношении меня. Это мотивирует. Вот, то есть мечта – это вот та жизнь, как какая-то картинка, что вы будете делать там. Вот. Позвать этих некоторых людей к себе домой, чайку попить. Кто Вот. Не важно, что у вас будет. Важно, чтобы ваша картинка, мечта имела энергию, заставляла вас двигаться. Еще раз говорю, если у вас нет этого, ребята, то вы, в принципе, ведете жизнь такую же, как любое животное, любое растение. Вы не человек. Вы биологическая формация. Это дерево растет, вот ему не нравится, где оно растет, оно никудаться не может. Вот оно растет на скале. Там ветра, дожди, питательных веществ мало, корешки там бедные, там, на морозе торчат. Но деться оно никуда не может. Утки тоже, не поверите. Весной они прилетят на север. А осенью они прилетят на юг. И так из года в год. А вы можете весной, представляете, полететь на запад. А можете на восток. Если вы человек и знаете, чего вы хотите, у вас есть мечта, вы человек. Если у вас мечты нету, вы либо растение, либо животное. Это животные функционируют рефлекторно. Воздействие, ответная реакция. Воздействие, ответная реакция. Чем вы отличаетесь? Никакие вы не люди, никакие вы не человек. Никакие вы не гомо сапиенс. Да, причем они добрые, светлые и пушистые люди.
А если все 100 начнут так? Не поверите, не начнут. Не получится, не начнут. Не поверите, я, кстати, об этом не думаю абсолютно, мне здесь чихать хотел. Мне сначала надо самому стать человеком, который не нуждался бы в помощи. А потом уже можно помогать другим. А то, что можно помочь другим, я не верю. Это бедняки. Как можно помочь другому человеку, если сам нуждаешься в помощи? Это если ты бедный, дал другому бедному копеечку, то кто-то из вас разбогател? А вы думаете, что деньги — это такая же энергия, как и душевная энергия? Если человек сам себя не любит, как он может кого-то любить? А почему сам себя не любит? Потому что он не живет так, как он хочет. Он живет так, как он вынужден жить. Древо теточки. А о чем вы можете в таком случае говорить, вот это болтовни, которые народ говорит, про любовь, там, про помощь ближнему, там. Хрень полная. Для меня это полная хрень, я вообще в это не верю. Ты сначала себе помоги, себя полюби, любимого. Сделай так, чтобы потом гордились твои дети. Чтобы хотя бы там через 5-6 поколений показывали всю ту же самую прабабку или прадедку, с которого началась другая жизнь рода. А если вы будете просто там, ну, была бабушка, внуки будут знать, что вкусно готовила. Правнуки уже ничего знать не будут. А про правнуки вообще не будут знать, что и была какая-то бабулька очередная, у них тут и своя бабулька есть. А какая-то прапрабабулька, ну и что? И что она в жизни сделала? И забудут. А как вы думали, а что, вы хотите сказать, что вы здесь сидите, потому что ваши предки были такие, как все? Они бы уже давно не выжили. Вам здесь сидело. Ну, возьмите всю историю человечества, посмотрите, сколько там было войн, эпидемий. Сколько родов было стерто просто с лица земли. Значит, что-то ваши предки творили такого, что они выжили, остальные рода целые. Ну, просто историю хотя бы возьмите, откройте и посмотрите. Что, давно войны не было, что ли, никак? Позабывались, у чертовой матери. Ну просто себе представьте, говорю, откройте хотя бы один век, три поколения. Любую книжку, там, любой век. Хотите, возьмите 19, хотите 18, хотите 17, кто вам нравится. Еще лучше возьмите 12 век. Или 11. Вот песня. И возьмите там. В принципе, неважно, где жили ваши предки. Возьмите любую территорию. Попробуйте в 11 веке найти, где жилось мирно. И не было никаких эпидемий, ничего не было. И просто представьте себе, сколько народу было стерто. Вместе с детьми, со всеми, там ничего не осталось. Никакого рода продолжения не дали. Можете назвать это естественным отбором, можете назвать это как угодно. Но если вы думаете, что это вот просто так, возьмите хорошо начало 20 века. Далеко ходить не надо. Поэтому это совершенно отдельная история. Но я могу сказать абсолютно точно. Человек не... Если он человек, он не может просто жить. Не двигаясь в своей мечте. Вот и все. А. Большинство сейчас ваших проблем решаются с помощью денег. Б. Финансовая независимость нужна не потому, что это много денег, а потому, что вы можете не думать о деньгах и заниматься много чем еще. Не думая, чем кормить бабушку, маму, детей грудных там, или не грудных, те, которые еще не могут себя обеспечивать, и те, которые уже не могут себя обеспечивать. Вам просто о них думать не надо. И невозможно быть бедным и порядочным. Невозможно быть человеком бедным. Это не человек. Это биологическая формация. Растение или животное. Все очень просто. Просто-напросто в свое время был рабовладельческий строй. Были рабы и были аристократы. Сейчас ничего не поменялось, только технологии развились. И вас делают рабами еще в школе и еще в институте. Еще в детском саду. Вы уже закруглились. Вы уже там? Понимаете? Лучше всего иметь надсмотрщика и клейму у вас внутри, в вашей голове. В ваших ценностях, которые вам привели. А так ничего не поменялось. Рожденные рабами будут рабами. Можно не быть рабом? Можно не быть рабом. Потому что все ваши ценности привели вас к тому, где вы находитесь. Если вам не нравится, где вы находитесь, нахрена вам такие ценности? Про дружбу, любовь в вашем представлении.
У меня совершенно другое представление о любви, дружбе, помощи и так далее, и так далее. Для меня помощь другому человеку — это не быть ему обузой. Абсолютно. Абсолютно с вами согласен. Я поэтому и говорю. Дима потому фильтрует. Он более добрый, душистый и так далее, и так далее. Ну вот, я знаю. Просто, если вы хотите сохранить свои ценности и представления, они для вас важнее, пожалуйста, просто вы ничего не поменяете. Потому что пока вы не поменяетесь, вокруг вас ничего не поменяется. И никто для вас ничего не сделает. Ни государство, никто ничего. Только вы сами для себя можете что-то сделать. И пока вы не измените, потому что ваша система управления находится на уровне ценностей. Вы видите то, что хотите видеть. Анализируйте только так, как вот у вас, как вам сказать, у вас есть события, и как бы линзы или стекло, через которое вы смотрите. У вас свое стекло. Это ваше стекло, это ваша система взглядов, ценностей и всего остального. Поэтому вы видите совершенно не то, что вижу я. Думаете совершенно не то, что думаете я. И это не вопрос, что правильно, а что неправильно. Для любого человека правильно, это и когда у него есть мечта, и он к ней идет. Понимаете, все начинают спорить. Это правильно, он говорит, или неправильно, он говорит. Я не знаю, что для вас правильно, пока я не узнаю ваши мечты. Может быть, ваша мечта остаться такой, какая вы есть. Тогда не надо ничего трогать. Но если вы мне говорите, я хочу вот это, ну, я говорю, солнышко, надо поменяться. И прежде всего начать нужно с изменения взглядов, ценностей. Потому что легко не будет. И вам нужна энергия и сила преодолевать, когда у вас не получается. А почему не получается? Еще навык не формировался. Вы бросаете очень рано. Сетевой маркетинг кайф поймаете тогда, когда под вами будет хотя бы один лидер, работающий, потому что ему это надо. Когда таких будет три, это будет вообще песня. Я могу здесь с вами сидеть годами. Мой товарооборот только растет. Да. А вы собираетесь оставить этот бизнес и сказать, что он не работает, не обладев навыками, и еще при этом при всем, не дождавшись хотя бы одного лидера под собой. То есть вы вообще не поняли, что такое сетевой маркетинг. Если вы оставили это дело, потому что под вами нет хотя бы до того, как, в смысле, когда под вами появится хотя бы один лидер. Это полный нонсенс. То есть, если вы взяли, я не знаю, там машину с квадратными колесами и говорите, что-то мне не нравится, как она ездит, то, в принципе, вот то же самое, пока вот вы нарабатываете навыки, у вас не получается, разумеется, никакого вот энтузиазма нету. На чем этот период проходить? Только на большой для вас знак. Зачем вам это надо? Вот мечта, зачем это? Человек просто зачем? Вот зачем вам это надо? Если у вас есть серьезное зачем, все остальное легко и просто. Если мы сейчас начнем просто спорить о том, что я говорю, это будет разговор абсолютно беспредметный, и это где-то на уровне религии, чтобы вы все думали одинаково. Эти мысли нужны для того, только для такого человека, который собирается чего-то добиваться. Потому что добьется, он начнет добиваться тогда, когда он поймет, что рассчитывать я могу только на себя. Никакой продукт не сделает меня здоровым. Никакой маркетинг не сделает меня богатым, никакая компания не сделает меня богатым, никакой наставник не сделает меня богатым. Я могу захотеть стать здоровым, взять у этого наставника, взять у этой компании и использовать для себя. Я могу и хочу, мне это надо. А как только вы будете думать, что вот наставник должен, компания должна, продукт должен, вы вводите фактор, который управляет вашей дальнейшей судьбой. Это как определяющий фактор. То есть вашей дальнейшей судьбой будет определять продукт, на который вы рассчитываете, наставник, на которого вы рассчитываете, на компанию вы рассчитываете, на государство вы рассчитываете, еще на кого вы рассчитываете. Там на доброго меня, например, вот, и так далее. Мне еще нужно быть очень-очень большим провокатором по жизни, например, со своими дистрибьюторами. Потому что я хочу быстрее поотрывать им, поотламывать чертовой матери и повырасывать все эти костыли в их голове. Успех идет изнутри человека. И изнутри него, не снаружи. Маркетинг-план у нас на всех один, продукт у нас на всех один, результаты у всех разные. И компания у всех разная. Кадр с лапом. Почему ни кадр, ни лап не любят, когда говорят спасибо, там, драма, пам, 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 пам. Не потому что они скромны, они просто не понимают, что это пошло одно и то же. Это хрень полная. Ну у всех кадр и лап. Ну у всех маркетинг, у всех одна компания. Результаты что разные? Зачем вешать лапшу на уши сидящие?
Ведь ты же не главный. Вот Толик мой, да, пятый мастер, что он сказал? Мы себе благодарны. Моя школа. Мы себе благодарны за свой выбор. Мы выбирали. Правильное отношение. У меня бизнес как-то так не идет. Ну, посмотрите на себя, подойдите к зеркалу и посмотрите на себя. Представьте, что у вас такой спонсор. Какие у вас шансы на выигрыш, на результат? Говорите, вот что-то люди как-то так вот что-то не бегают за мной, не просят подписать меня. Но если бы вы имели такого наставника, как вы сами, то какие у вас шансы были бы на продвижение? Диме нужны, Оле нужны такие же люди, партнеры. Партнеры – это не раненые в голову, хромые и так далее. Это бойцы, полностью готовые сражаться точно так же, как они сражаются за свое будущее, за свою мечту, которые разделяют их цели и ценности. А вы говорите, я раненый, понеси меня на поле боя, я буду иногда постреливать. Это лучше меня трясти на руках. Как маленький. Давайте это самое, прекращайте уже, еще раз говорю, ребята, жизнь ваша. Я извиняюсь, но вот мне фиолетово, что произойдет с вами. У меня от этого моя жизнь не поменяется. Ваша жизнь может очень сильно поменяться. Будете вы этим заниматься, не будете вы этим заниматься. У меня ничего в жизни не поменяется. Я знаю, что я буду делать. Но если вы сейчас включитесь и поймете, что сегодня была самая ценная вещь. Истории людей, вы видели, разный возраст. Юбилей вот этой женщины, которую я там отнимал микрофон, ей 70 лет. У нее в этом году юбилей. Да. Серебряный мастер. Вот. Дудики, пожалуйста. Сколько им сейчас? 25, по-моему, 26 лет. А женщина стравмированная. Да. С ногой. То есть, неважно, мусульмане, блин. Одни в Индию уехали на целый год, ребенка оставили, блин. Вот, золотого директора, блин. Вот. Все, что угодно можно найти и понять, раз эти люди могут. Вам кто мешает? Все есть. Все остальное в вас только. В вас причина. Больше ни в ком. И таких, как вы можете войти вот в эти, то, что вы помните, говорили там, как говорит Лукулин, да? Вы можете войти в 95%, быть как все. А можете войти в 5% и быть, стать людьми, у которых есть мечты, которые делают что-то для своей мечты. А вы, блин, директора сделать не можете. Нормального, стабильного. И помочь другому человеку стать директором. Как минимум, человек бесплатно продуктом пользуется. Ну, в кавычках, бесплатно. Потому что ничего бесплатного не бывает, просто у него то, что мы говорим, там, не из семейного бюджета. Да. Если вы хотите людям помогать, так научите его это делать, это сложно. Найти желающих, не как продать, а найти желающих, которым этот продукт нужен. Вон, многие начинали с продукта, слышали, они приходили на продукт. Это не помешало им стать мастерами, серебряными мастерами. Скажите мне, пожалуйста, вы видели этих людей? Вот которые стоят на сцене. Сколько из них могло бы зарабатывать несколько тысяч, пару, три, четыре тысячи долларов в месяц в обычной жизни? Вот вы на них смотрели. Кому из них это светило? Кто бы из них карьеру мог сделать? Конечно, сколько получает специалист в две с половиной, три тысячи долларов? Сколько таких специалистов, которые такую зарплату имеют? Вот ваши друзья, знакомые, которые делают карьеру. Много таких людей? Надо учиться, надо постоянно повышать свою квалификацию, в любой момент уволят или так далее, так далее. Новую работу искать и все прочее. Постоянно быть вот в струе, там, в теме и так далее, и так далее. Посмотрите на этих людей, которые сегодня были. Я говорю, там, мастер это где-то 2,5, от 1200 до 2,5. Это средний такой. Бывают мастера с большими чеками там, и так далее. Серебряный это от 2,5 до 10. Я говорю, средний, я потом опять же. И подумайте, какие шансы у этих людей были. Так все потом, знаете как, переходит на сравнение. То есть сегодня услышала вот женщину, которая сказала, вот мне Казар сказал замечательные слова, которые на всю жизнь запомнила. Казар всем говорит, только услышала она. Не сравнивайте никого ни с кем. А я сегодня слушаю, что себя ни с кем. Ну и что? Кто-то не сказал, важно, да. А это... А я вот слушаю их и думаю, вот ведь вот я ведь их не хуже, вот почему я не там стою. И у меня идет сравнение. Я не хочу, я не допускаю сравнения, оно у меня вот сидит. Сравнивать нужно не то, это совершенно разные вещи. То есть... Когда вы ищете, что я делаю не так, вы находите, что вы делаете так. Поздравляю, вы в полном дерьме. А вы смотрите, что они делают и чего вам надо делать.
Не понижайте себе самооценку, а повышайте себе самооценку. Что эти люди делают? И чего я должна научиться делать? А если вы будете говорить, вот они это сделали, а что же я такого до сих пор не сделала, что же мне не так? Вы себе самооценку понижаете. Соответственно, у вас нет энергии что-либо делать вообще. Ну, писала много. Да ради бога, это не сильно плохо. Вот. Просто нужно надо чем понять. Больше учишься, тем меньше энергии остается. Это не учеба. Что вы там, чему вы там учились? Это восприятие жизни, это восприятие, это картинка, понимаете? Это картинка. Там не рассказывали, что говорить, как говорить, когда говорить. Там рассказывали о жизни. Это самая важная вещь. Человек был таким, стал таким. И вы видите, что это совершенно нормальный человек. Это не 7 пядей во лбу. Это не супер-пупер знания. Там есть разные люди. И врачи, и не врачи, и те, которые вообще ничего не знают, и те, и все, какие угодно. И вам это подсказка, что вы тоже можете, но вам нужна энергия. Энергия – это только ваша мечта. Если у вас нет зачем, вас никто никуда не пнет. Никто с вами ничего не сделает. Но, еще раз говорю, вот представьте себе, у вас партнер, вы говорите, у меня бизнес не получается. А почему у вас это не получается? А потому что вы сами, когда вы подходите к зеркалу, вы говорите, я объем держу, нет, не держу. Я директор стабильный, нет, мерцающий. Почему мне должны появиться люди? У вас не будет людей практически, это только лотерея, сильнее вас. Чем больше вы вырастаете, тем мощнее люди на вас приходят. Кто на вас таких зайцев может прийти? Точно такие же зайцы, как и вы. Вы ни хрена не делаете, они ни хрена не делают. Вы говорите, что-то мне ничего не получается. Так начинает она с себя. Взял, держи. Нафига вам такой партнер? Если вы сами не научитесь это делать, у вас люди такие, вы говорите, он что-то у меня директор не держит. А ты помнишь себя? Ты что директора не держал? Что-то сложного, я не помню как. Ну да, стремимся мы к 1500, да, мы можем сделать. Ну 500-то всегда можно сделать. Ребят, я не знаю, где вы воспитывались, но там в МВА 10 тысяч нужно сделать, чтобы стать директором. И потом 4 тысячи держать баллы. В Гербалайфе, чтобы 4 тысячи, а потом держать 2,5. И люди там вон бегают, радостные такие. В Орифлейме такие все радостные. 6 тысяч, а потом, по-моему, 3, да? Там, 6,5 тысяч баллов надо держать. А вы, блин, 500, блин, так много, так тяжело, мамочка ж моя. Не тяжело. Я держу. Постоянно. Вот не ко мне подходила там женщина, говорит, Алексей, вот что мне сделать, у меня директора вот так, вот так, вот так, вот я вот выполнила квалификацию и слетела. Опять выполнила, опять слетела там. Я говорю, проще всего закопай этих директоров. И сделай новую. В смысле закопать? Я говорю, да, я свою закопаю. Я делаю, это проще всего. Можно морочиться и переделывать. А смысл? Ребята, это ваша жизнь. Это только инструмент. И директор нужен, это не смысл жизни, не цель жизни. Директор нужен для того, чтобы научиться делать навык. И воспитать дух. Потому что мысли, мозги развиваются, когда вы делаете задачки, которые тяжело решать. Мышцы качаются, когда вы поднимаете вес, который тяжело поднимать. А дух качается тогда, когда вы делаете вещи, которые вам сложно делать, которые вы боитесь сделать. Я почему я не сказал, давай на сцену. Хочешь быть серебряным мастером? Да. Делай то, что делает серебряный мастер. Иди и делай. Она тебя преодолела, она говорит, я говорю, молодчина, будешь серебряным мастером. Ей было страшно, она боялась, но пошла и сделала. Настоящий поступок, нормальный поступок. Ваша жизнь, еще раз говорю, ваша. Все, о чем мы разговариваем, о деле тараха событий, это инструменты. И вот вы приходите определенные массы. Потом начинается дифференциация. И выходят определенные люди. Вот они на сцене. Вот из этого зрительного зала часть пойдет и будет проходить. И дойдет. Почему? Надо им было. Им было надо. А не потому, что повезло. Или какие-то особенные люди. Им надо было. У них было зачем. А все остальные ушли. Почему? Им не надо было. Хотите результатов? Делайте, чтобы вам это было надо.
прекращаете играть в оправдание. Еще раз говорю. Либо у вас есть ваша жизнь, либо если ее нету, в той жизни, в которой вы хотите жить. Все остальное это оправдание. Они вам зачем? И вы будете своим детям их рассказывать? Своим внукам будете рассказывать? Если вас, как моя дочь меня спросила, да, по поводу богатства, будем говорить богатыми. А почему мы не богатые? Ну, попробуйте своим внукам ответить. Почему мы не богатые? Что, про государство будете про то рассказывать? Если вы сами в это верите, пожалуйста. Но я не думаю, что вы будете хорошим примером. Да, можно стать хорошим примером. Можно стать крутой бабушкой. С крутой пенсией. И крутым дедушкой. Дарить подарки, которые вам не дарили. А ребятам можно начать жизнь не в шалаше с любимой. А девчонкам можно не искать мужика с бабками, а того, кого любишь. Потому что сама с деньгами. Если вы не хотите жить в той жизни, которую вы хотите жить, то, ребята, все, что есть, это оправдание. Они вам зачем? Я говорю, вы куда собираетесь положить? Кому вы собираетесь предъявить? Поэтому для меня, еще раз говорю, это вот как бы, я злой очень часто бываю, там со своими могу гораздо жестче разговаривать. Мне проще человека отправить куда-то. Сегодня была Лена Окладова, первый мастер у Моисеина. Награждали, первый мастер мне появился. Это была самая геморройная девочка. Два раза мы ее прессанули. Мы сказали, уходите, дрянь фени, блин. Нахрен ты нам упала вообще? Люди, мы сами с твоими людьми проработали. Приходи, только человек, получай раз в месяц. И чтобы мы тебя здесь не видели больше. Вот. Я с ней поговорил, она поплакала, ушла. На два месяца хватило. Через два месяца опять началась херня полная в голове. Вот. Ребята говорят, что делать? Я говорю, повторите. Олег говорит, а насколько можно? Я говорю, до получения результата. Такого-то. Либо уйдет, либо поменяется. И то нас устраивает. Он говорит, понял? Все, она три дня не могла в себя прийти, у нее истерика была. Первый мастер. Все чудесно. Это очень просто, ребят. Вы никому ничего не должны. Никто из компании не выгоняет. Ходи и занимайся, чем хочешь заниматься. Не надо голову нашу отвлекать. Она приходит и ноет, и ноет, и ноет, и ноет, и ноет, и вещи, что у нее не то, вещи, что не так. Нафиг мне мозги свои просирать ей. Я говорю, ты мне это зачем говоришь? Нет, не интересует. Леша, вот продукт. Мне говорит, это не интересует. Ты хочешь что-то получить? Я могу тебе рассказать, как. Ты мне зачем эту всю фигню рассказываешь? Она ничему не служит. Нет, ну ты не понимаешь. Она начинает пытаться мне продать свою точку зрения. Я говорю, меня не интересует твоя точка зрения. У меня своя есть. Ты мне зачем продаешь то, что мне не нужно? Я тебя просил продать мне то, что мне не нужно? Нет. Не надо мне продавать, я не куплю. Сначала мы с ней мягко разговаривали. Она не очень хорошо понимала. Она говорит, ну как ты не понимаешь? Я говорю, не понимаю. Представляешь, вот такой тупой. Вот такой вот. Даже не собираюсь понимать. Даже вещать не собираюсь. А мы жалеем людей. Та же самая история была с Моисеенкиными до этого. Сидели в изумрудах, сколько они сидели? Год, наверное, сидели в изумрудах. Вот. Потом я на них наехал. Анжела меня достала, говорит, Леша, почему мы не развиваемся? Я говорю, ты правда хочешь на этот ответ? Правда. Плакала всю ночь, человек собирался мне морду набить. Вот Анжела с ним там не разговаривала. Вот. И через полгода они мастера. Выросли в 9 раз. У них 156 директоров. Вот. Кстати, стало 56. До этого было 9 раз меньше. За полгода. Ребят, это абсолютно легко работать, потому что вы притягиваете людей, ситуации, все. Потому что, я еще раз говорю, вы в своей голове очень много времени тратите на срочное. Обсуждаете срочное, живете срочным. У вас нет созидательного. То есть вы. Вот, грубо говоря, у вас в голове вначале был план построить какой-то дом, как архитектор. А потом вы бегаете вокруг этой стройки. Раз копнули, раз кирпичик подтащили. Потом кирпичик в другое место подтащили. Потом эту ямку закопали. Вот. Потом что-то бегали. Вы как-то суетитесь.
и что-то такое, набрасываете какие-то камни, а понимание, что это такое и что это будет классно, вот, вот нет этой вот, не знаю, системности. Там не вопрос быстро сделать. Ребят, если делать то, что вы можете делать, ну каждый день, там никакого-то ударного труда нет. Еще раз говорю, ребят, я не работаю ударно, Толик не работает ударно. У него был такой период, там, буквально неделю. Он вставал, да, но не в самое раннее, он вставал часов в 9, уезжал, приезжал, да, там, часов в 11, да, он очень много говорил, как магнитофон. Я говорю, ничего, нормально, ты потренируешься, тебе это надо, почему? Потерял скорость с обучением людей делать то же самое. На него все это навалилось, я говорю, Толик, это тебе урок. Все на тебе. Что надо делать? Я говорю, похорони половину. Суждено им выжить, выживут, не суждено. Ничего страшного. Займись вот этими людьми. Лучшими из лучших, сильные из самых сильных. Вы составили с ним рейтинг. Он занялся только этими людьми. Эти поныли. Кто-то осел, кто-то начал сам делать. Я говорю, ну ты видишь, все нормально. Только лучше получил. Но с этими сильными он сделал больше. Я высвободился. Тоже опыт нужен, чтобы он прочувствовал на себя. Тащился, говорит, классно. Они все, я говорю, они люди приводят, я подписываю. Говорю, кто еще умеет делать то, что ты делаешь? Я говорю, а нахрена ты это делаешь туда? Это не сетевой маркетинг. Я говорю, у меня сетевой маркетинг. Я с вами здесь сижу, я говорю, общаешь, там, Узбекистан работает, вне зависимости от того, что вы здесь делаете. Сибирь работает, вне зависимости от того, что вы здесь делаете. Потому что эти люди работают на себя. Видели узбеки все? Видели. Им что, я нужен им что ли? Нет. Они сами все знают, прекрасно, у них там золотой мастер родился. Венерка классно, сейчас девочку вчера родила. Не, сегодня девочку родила. Это их узбекский спонсор. А Савелий в Алмате живет, как бы, потом Кирилл Серебряков, вот, потом я. А так вот, как бы, Савелишка приехала, а Венерка рожает. Она говорит, слушай, потрясающая вещь, говорит, я на сохранение легла. Вот, пока лежал на сохранении, товарооборот вырос в 2 раза. Она говорит, и чек так же. Я говорю, ну умничка. Что, и надо было доказать про бизнес. Потому что у нее люди, которые работают сами на себя. Она получает полный кайф, она может вообще уже не заниматься бизнесом. Но она такая, что будет, как бы, но в принципе, где товарооборот растет. Вот это сетевой маркетинг. То есть, а пока вы не построили под собой лидеров, то есть вы не организовали работу над других людей, вы занимаетесь предпринимательской деятельностью. Вы работаете на себя 24 часа в сутки. То, что вы сделали, не сделали, не получили. Как продавцы. Но только вы не продавцы, там, допустим, а находите людей, но под вами нет еще людей. Вот когда вы организуете, у вас будут лидеры, которые воспринимают это как свое собственное дело. Вот тогда у вас бизнес, тогда вы бизнесмен. Понятно, в чем разница? И любой из вас это может сделать. Более того, это очень классно, ребят. Просто есть люди, которым очень это надо. Которые бы иначе никак бы не поднялись. Традиционно пойти не могут ни опыта, ни денег, а на работе понимают, что все равно засада. Сколько не работает, все равно 40 лет, по 8 часов, а потом пенсия. И ты можешь просто сделать больше, там, то есть, ну, если взять финансово прочертить, то есть у вас получается, как я говорю, помните этот маленький принцип? Помните, да? Не помню. Я помню. Да, который съел, проглотил слона. Вот. Когда он шляпу рисовал. Вот это финансовый путь человека. 30, там, 50, я грубо говоря, там, 50, не сильно важно, там можно делать. Вот. Когда ваши доходы растут, потом они стабилизируются, и потом они из бетона упадут. Вы можете это делать выше, вы можете делать это. Но в любом случае шляпа остается шляпой. Вот. Весь вопрос, как это сделать вот так вот. Это можно делать либо с помощью традиционного бизнеса, либо с помощью сетевого бизнеса. Для традиционного нужно много денег и нужен опыт. Там вас никто учить не будет, железобетонно. Даже если вы мой брат или сестра, я вас учить не буду. Почему? Для меня вы конкурент. Подо мной работать, пожалуйста. Рядом со мной на рынке, нахрен вы не упали. Я не дурак. Поэтому будете все делать методом проб и ошибок. А я не знаю еще ни одного успешного бизнесмена, который пару-тройку раз не упал. 4. Причем падают обычно так. То есть там товарооборот больше, сразу масштабности больше, там любая ошибка обходится во много денег. Вот ребята, которые стояли, там бизнесмены из, я забыл откуда, они пришли с долгом 114 тысяч долларов.
Моисеенки 96 пришли, зайцы подвигаются. 96 тысяч. Вот. Это цена опыту. Это нормальная еще сумма. И у меня максимальный долг, который должен был, это грубо говоря, $1 000 000. У людей денег нет. Ну, попробуйте начать с минус миллиона. Кто бы дал? Придется сначала задолжать. Вот. Язык у меня было 114 тысяч. Долг был у меня 114 тысяч язык. Был такой проектик интересный, он глазает. Ну, вот. Ничего, мне это не помешало. Через год в компании зарабатывает $52 000. Месяц. Ребята, это просто навыки, они простые. Честные, конечно, простые. Я не знаю, что я вам здесь такого рассказал, что сложно сделать. Нет, еще проще, конечно, это не делать. Потому что я не знаю, насколько проще. И для вас гораздо больше знаний понадобится, чтобы быть специалистом на работе или быть бизнесменом. Гораздо больше надо знать. Здесь просто надо хотеть помочь людям, которые нуждаются. Люди хотят заняться своим здоровьем. Помогите. Только найдите тех, кто хочет заняться своим здоровьем, кто ноет. А никому легче продать. Хочет человек изменить что-то в жизни? Найдите такого человека, который хочет что-то поменять в жизни в финансовом плане. И помогите ему. Очень классно. Помогая людям получать то, что они хотят, вы получаете то, что вы хотите. Самое прекрасное состояние для меня, удовольствие, как бы колоссальное, абсолютное, полный кайф. Спасибо большое. Вот. А те, кто хотят серьезно, если вы за свои слова отвечаете, вы можете вот сесть, тут у вас мальчики, девочки, старшее поколение, младшее поколение. Возьмите и скажите, блин, я хочу серьезно, я буду вот железобетоном, например, там на золотых газовых. Золото можно совершенно спокойно сделать. Это не какая-то сумасшедшая квалификация. Ребят, ну золото делается, в принципе, я говорю, за месяц сделайте. То есть получается, человек сделал золото за месяц и... Нет, он будет льготником с тремя льготниками. Mm-hmm. Ну просто 500 очков и тут 500. Вот есть mm-hmm. люди, которые mm-hmm. хотят это держать, делать, и у которых есть потребители. А вот реально можно сделать в другом городе золото вот сразу за 3 месяца? Слушай, тебе зачем, я не знаю, создавать себе трудности технически их разливать? Ты можешь поехать в другом городе? В другом городе требуются другие средства. И все остальное другое. Сначала я не повез сюда людей, которые у меня неопытные. Поехали те, кто имеют уже группы, имеют отработанный первый навык полностью, имеют средства поехать и жить. Я новичков не вожу. Для меня это пушечное мясо. И никому не рекомендую ездить. Я поехал в другой город работать. Для опыта, если ты наберешься, поезжай. Много чего поймешь про себя. Поезжай. Кстати, интересно. И вот, если тебе это не сломает, он говорит, нет, не сломай, ну тогда поезжай, наберешься опыта. Я говорю, а реально хочешь? Говорю, построй сначала группу здесь, где я рядом есть, там, или наставник рядом есть. Заработай денег, и потом поедешь с нами, отработай первый навык. Зачем ты нам нужен, когда ты, ну, грубо говоря, ты слабое звено. Я когда служил, как бы в армии ПС бывал на вертушке, вот, у замкомандира группы летал, я оказался как бы самый ненужный, грубо говоря, по большому счету. Ну, командир, опытный и так далее, и так далее. Меня отправляли авиационным наводчиком с десанту, который мы возили. Я очень гордился первое время, что мне давали аж 3 десантников для моего сопровождения. Ну, какой я ценный. Знаете, почему мне давали 3 десантников? Потому что я был человек, который не понимал, что они там творят. Они все офицеры. Они говорили, нам один дурак, который не знает, что мы делаем, вот, может всю малину испортить. Поэтому 3 человека, чтобы я глупости не наделал, такие, меня не охраняло, а просто чувствовали. И самое, потом, когда я это понял, у меня самая большая гордость была тогда, когда они меня сняли, сопровождающие. То есть они понимали, что это нормальный, адекватный человек. Зачем тебе быть слабым звеном в группе? То есть, вот мы приехали сюда работать, пропавался бы, например, ну, допустим, ты. У тебя не отработанный первый навык. Тебе бы, ты зачем, как бы, вот, ну, грубо говоря? Тебе нужно всего нужно за тебя делать. А здесь за них делать ничего не надо. Они все это знают. Они уже отрабатывают второй навык.
Ну вот человек отработал несколько навыков, например. Он закрыл директора, там золотого директора. Его можно оставить. Первый навык это вот те пять, которые я вам рассказал. Это пять пунктов в первом навыке. Где брать людей, что с ними делать? Это дистрибьюторский навык, еще дистрибьюторский навык. Вот. И что отработал еще? Нет, я говорю, они отработали пять навыков, они самостоятельно уже работают. Они больше просто их отработали. Их это привело к тому, что они практически все в квалификации, ну, серебряные, мастера. То есть человек стал золотым? Сейчас уже Толик перескочил уже сразу на серебряного. Они сейчас мастера получают, они уже открыли серебряного. Грубо говоря, его трогать не надо уже. Человек стал золотым, его можно не трогать, он сам будет развиваться. Золотым кто? Директором. Нет, почему? Тогда тут все интересное самое начинается с золотого директора. То есть с ним надо работать? Навыки-то с ним? Только другие, не первые навыки. Они поехали, Толик поехал бриллиантом, Славка мастером, Олег серебряный мастер поехал. Ну, если реально, конечно, Олег не совсем серьезный мастер, он подписался под жену. И вот сейчас рубрификация золотой, по-моему, или изумрудный. Вот. Он ушел с контракта жены и пошел под нее. Решил создать себе героический труд. Смотрите, я просто позвонил, когда Ирине едет перед поездкой, она говорит, надо, что если хочешь быть мастером, вывести 5 директорских ферм свои на это мероприятие, чтобы они все поняли. Лидеры хотят развиваться, да? Хорошее решение, в принципе. Ира права, как всегда. Спасибо.